Здравствуйте! За прошедший месяц в Петербурге прошел целый ряд интересных мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией. Мы просто не могли обойти их своим вниманием. Поэтому очередной выпуск нашей программы посвящен именно этим событиям. В реабилитационном центре «Саперная» прошел уникальный семинар, который собрал воедино и органы государственной власти, и представителей реабилитационных центров и общественной организации, деятельность которых так или иначе касается профилактики наркомании. Была предпринята попытка общими усилиями найти ответы на насущные и актуальные вопросы. Как помочь человеку захотеть лечиться от зависимостей и на каком этапе это легче сделать? Участники встречи рассказали об опыте работы по психолого-педагогической коррекции лиц, склонных к употреблению наркотиков, а также социальной реабилитации или социализации тех, кто смог отказаться от их употребления. Однако сперва слово взял начальник управления Федеральной службы наркоконтроля по Сибирскому федеральному округу, который озвучил сухие факты статистики, свидетельствующие о катастрофичной обстановке в области правонарушений. 2006 по 2011 год количество зарегистрированных преступлений всех видов в округе снизилось почти на 37%. В то же время рост количества преступлений в сфере НОН за этот период составил 60%, тогда как в целом по России этот показатель увеличился лишь на 1.5%. Удельный же вес преступлений данной категории вырос с 4% до 11%. В истекшем году в Северо-Западном федеральном округе за совершение наркопреступлений к уголовной ответственности привлечено более 10 тысяч человек. Число лиц, совершивших общеуголовные преступления в состоянии наркотического опьянения по сравнению с прошлым годом, возросло на 189%. Порядка 70% всех преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в СЗФО совершают лица, не имеющие определенных занятий и постоянного источника доходов. А более половины лиц, втянутых в незаконный оборот наркотиков, это молодые люди в возрасте до 30 лет. К сожалению, не все те мероприятия, которые нужны сегодня и которые направлены на борьбу с наркоманией, мы можем финансировать из городского бюджета. Часть мероприятий мы обязательно должны финансировать из бюджета федерального. И здесь, к сожалению, вот эти препоны иногда мешают очень хорошим тем начинаниям, которые действительно могли бы дать хорошие результаты. Поэтому я надеюсь, и сегодняшняя конференция, все участники выскажутся, и мы найдем те пути и взаимодействия между федеральными, региональными, муниципальными структурами, чтобы совместными усилиями мы смогли преодолеть то зло, которое сегодня происходит, то, что это зло расползается и растет, к сожалению, сегодня это так. И нам надо принять те решения, чтобы в первую очередь остановить все это, а в дальнейшем, надеюсь, и сокращать. Я должен сказать, что в федеральном масштабе Государственный антинаркотический комитет очень плотно сотрудничает с Русской Православной Церковью в целом. И есть даже документ под названием «Соглашение о сотрудничестве между РПЦ и ГАК». Так мы это называем сокращенно. Оно было подписано в декабре 2010 года, то есть ему уже немалый срок, хотя в историческом плане, конечно, не очень длительный срок. Их это соглашение подписали представитель Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх и председатель Государственного антинаркотического комитета, директор нашей службы Виктор Петрович Иванов. Вот это наша, так сказать, нормативная база, на которой строится наше сотрудничество. Но и было бы это соглашение формально, или бы его не было, конечно бы у нас в любом случае было бы взаимодействие, поскольку именно Русская Православная Церковь, во-первых, активно работает на этом поле, как мы говорим, на ниве вот оказания помощи наркозависимым. А во-вторых, именно здесь видны зримые результаты.
вот именно этот контингент, вот тот, который обращается за помощью к Русской Православной Церкви, получает, по-видимому, наиболее сильную мотивацию для того, чтобы освободиться от наркозависимости. Яркие примеры о методиках профилактики привели и представители общественных организаций. Например, генеральный директор предприятия «Новое поколение», в котором сейчас работают и учатся свыше 1000 подростков. С его методикой могут не согласиться многие, однако если посмотреть на результаты, то можно сказать об ее эффективности на 100%. Ну, основным методом, вот как вагано-хирургическая система, воспитательной работы, профилактики наркозависимости и вот потребления алкоголя и значит, вот этих веществ, которые называют ПАВ, считается индивидуальная работа с каждым человеком, вот с каждым ребенком, соответственно, не ребенком, а взрослым человеком и прочее, прочее. На самом деле, когда мы говорим о подростковом возрасте, это период где-то с 14-12 лет до 19-20 лет. Поведение человека формируется, он начинает приспосабливаться к окружающему миру, это происходит процесс социализации человека, когда он начинает занимать там соответствующее место, в дальнейшем его трудовая деятельность складывается, вообще жизнь, семейная, ну и так далее, все отношения личные. Так вот этот период времени подросток ориентируется на свою группу, своих друзей, своих товарищей, вот тех, с кем он общается. И его поведение, это все знают, ровно в такой ситуации были и почему-то об этом забывают. Поведение этого человека, вот молодого человека, молодой девушки, всегда складывается в зависимости от того коллектива, в котором он находится. Поэтому основным инструментарием воздействия на человека в этот период времени является его коллектив. То есть если мы формируем вокруг ребенка или вместе с ним положительный коллектив, ну, тех девчонок и ребят, которые занимаются чем-то важным, интересным, ценным, другие общественные отношения возникают среди них, другие личные отношения возникают. И тогда можно, конечно, бороться и с зависимостью различного рода. И тогда в этом коллективе вырабатывают ценности, например, неупотребление алкоголя или, например, неупотребление наркотиков и так далее. Вот говорят часто, сегодня на конференции тоже говорили, что нам нужны специалисты и так далее, и так далее. Но современный мир устроен иначе. Сначала появляется идея, потом под нее строится коллектив. И только после этого соответствующая методика дает возможность привлечения всех остальных к этой работе. А без этих компонентов, например, набирать, структуру строить, если нет идеи методики, если нет самого значения, условно говоря, то это все бессмысленно. Набирай, не набирай коллектива. Условно говоря, на сегодняшний день, например, в мире не имеет значения материальные средства так, как идеи. Они доминируют. И чем дальше, тем больше они будут доминировать. Тот, кто выработал соответствующую методику и сформировал соответствующий коллектив, тот и будет достигать положительных результатов. У кого этого не будет, вот и все. Ну да, полностью согласна. Это естественно, потому что это просто то, что мы наблюдаем. А часто мы этого не принимаем. А в педагогике та же самая ситуация. И в наркозависимости та же ситуация. И в любой деятельности социальной нужна методика. Как и то, что вот здесь мы видим, это тоже методика индивидуальной работы, очень эффективная. Она связана с духовным созреванием человека, с его направлением духовным. Но это все равно будет 10, 15, 20, 30 человек. А нам-то нужно с массивами работать постоянно теперь. А Слово Божие не доносится до всей паствы вот сразу в таком виде, как вышел на, не знаю, в храме и сказал, все поняли. Такого тоже не бывает. Воздействие на человека – это сложный механизм, который связан с его общественной и социальной функцией. Не ставим цель показать только, как работает религиозная организация. Мы всегда, вот такие форумы, они имеют целью еще именно опытом. И иногда, когда слышишь доклад интересный, то невольно сравниваешь, если есть такой компонент, вот сегодня был, допустим, того же самого нового поколения, о их трудовом послушании, которое у них выстроено. Собственно говоря, аналогично оно выстроено у нас. Если оно у них работает, они считают его основным, у нас оно, конечно, не является основным, хотя довольно приоритетным, трудотерапия, то невольно получаешь подтверждение правильности выбранного пути. Поэтому всякая программа, она требует совершенствования. И вот такие форумы, они дают возможность, может быть, даже не в смысле докладов, а в кулуарных общениях или потом в основании каких-то контактов, в беседах, выяснять какие-то частности, которые помогают совершенствовать программу. Реабилитация
Центр «Дом надежды на горе» отпраздновал свое 16-летие. Громко и с размахом. Приглашены были не только все выпускники центра, коллеги и друзья, но и священнослужители, которые служили молебен за благополучное выздоровление всех страдающих от зависимости. Далее последовали многочисленные поздравления и слова благодарности. Братья, сестры, все, ну, все свои. Тут, если, допустим, чего-то тебе надо, вот, спросить там или, ну, даже каждую мелочь, и то, ну, вот, они... Постоянно каждый тебе скажет, подскажет, все. На празднике присутствовали и те, кто стоял у истоков создания центра, и те, кто активно помогал его развитию. Например, Игорь Гаврюшкин, который помогал собрать деньги на строительство последнего, третьего корпуса. Здесь все честно. В этом доме все честно. У нас очень много людей, которые занимаются благотворительностью, они начинают спекулировать там детскими заболеваниями, детьми. Ну, безусловно, дети нуждаются в помощи, но существуют гигантские государственные ресурсы. Вот. А что касается проблематики такой извечной российской, то ею не занимается никто. И поэтому как-то я оказался незаметно сам для себя втянут в этот процесс. А потом, когда приезжаешь сюда каждый год на праздник, ты видишь такое большое количество действительно счастливых каких-то людей, людей, которых сейчас не должно было бы уже быть в живых. А ты их видишь, то понимаешь, что как бы эти старания не напрасны. А потом еще проблема алкоголика – это проблема не одного человека, а проблема еще тех людей, которые его окружают. А это еще 11 человек. Поэтому то, что делают эти люди в этом доме – это подвиг. Они, конечно, это подвигом не называют, но это так. И поэтому как-то они вызывают восхищение, уважение. И хочется им помогать. Несмотря на все трудности, Дом Надежды на горе развивается и строится. Достижение то, что до сих пор мы живы. Потому что центр, их его уникальность заключается в том, что он существует только на пожертвования частных лиц, организаций. До сих пор мы ни копейки не взяли ни с одного пациента, ни на кусок хлеба, ни на что. И это супер важно для алкоголиков, которые приходят сюда, потеряв все, пройдя все круги ада в наркологии, там, не знаю, все, что они перепробовали, и прийти туда, где с них ничего не хотят, кроме одного. Если ты хочешь выздоравливать, вот тебе инструмент, пользуйся, выполняй рекомендации, живи вот по этому распорядку. И все тебе гарантировано. Но результат вот вы видите. Это ежегодно, вот на ежегодные наши праздники, на которые съезжаются сотни наших выпускников всегда из многих городов. Конечно, достижениями то, что мы построили и второй, и третий корпус, хотя оба они строились не от избытка. Это всегда вынужденные были шаги для того, чтобы соответствовать тем требованиям, которые там выставляют надзорные органы. Дом Надежды на горе умеет дружить с другими центрами и сотрудничать с различными общественными организациями. Поэтому день рождения прошел более чем торжественно в кругу друзей, которые поздравили центр творческими выступлениями. Международный день борьбы с наркоманией был учрежден в 1987 году. Ежегодно в эту дату проводятся тысячи мероприятий, призывающих освободиться от зависимостей. Присоединяясь к этому, мы хотим пожелать всем содержать в чистоте не только свое тело, но и свой дух. Трезвитесь и бодрствуйте. До свидания.